Ну что, всех приветствую. Сегодня Айдлвар. Собственно, глянем, что по ивентам, что по прохождению. Да и в целом, давно не были. Может, даже кого-то вкачаем. Смотрите, такие вот прикольные штуки здесь. Сразу показывается награда. Карта. А, ну и количество типа закупок. В принципе, я даже не знаю, с чего начать. Можно начать с 1000. Или подкопить еще. Ну, артефакт, в принципе, нам, наверное, не нужен. Хотя здесь, смотрите, Йорк. Вот этот новый персонаж есть. Давайте, наверное, пойдем к вот этому новому персонажу. Потому что все остальное, в принципе, у меня есть. Фрагменты и прочее. Кстати, здесь в сундуке артефакты, да, лежат? Ну, они настолько такие беспонтовые, в принципе. Я думаю, мы сюда вот пойдем. 2500. Давайте вот эти перья возьмем. Вот, значит, где мы их можем получать? Ну, понятно, в автобое и так далее. На призывы еще можно. Так, получили уровень новый. Сейчас попробуем, на самом деле, призвать, получить еще для этих наград. И если повезет, то еще обменяем на одного персонажа. Так, итого, сколько у нас сейчас на данный момент? 425. Нам нужна 1000 и нам нужно 2000. В сумме 3000 надо набрать. Сколько здесь дают лопат? 200. Здесь еще 300, 500. Ну, прилично. Прилично дают. Мы еще каждый день можем получать лопаты награды. Поэтому приятно, приятный бонус. Везде нас ждет. Ну и плюс здесь мы сейчас еще что-нибудь вытащим. Пару, может, свитков. А может, и легендарное сокровище выпадет. Пока время есть, надо искать. Поиском заниматься. В могильнике. Ничего не выпало. Здесь пробили. Ну и давайте, значит, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас, соответственно, пойдем призывать, но перед этим мы скинем всех вообще персонажей, которые нам мешают. Я даже сейчас посмотрю. Нет, прикупить, к сожалению, нельзя. Я думал, мало ли, можно слоты прикупить. Я бы взял бы в определенном бы количестве. Прикупил. Ладно, поехали. Значит, сначала разминочные, я думаю, сделаем. А потом мы вот за вот этим чувачком. Давайте, кстати, я его сразу вам покажу. Значит, жрец. Ульта у него. 500 атаки всем врагам. Ну, неплохо, на самом деле. И, смотрите, безрассудство. Погребение. Ну, еще метка погребения. Здесь плюс повышение атаки. Ну, неплохой персонаж. Неплохой. Кстати, неплохой у него урон. 600 тысяч. Обычно все до 600 идут, а тут уже больше. Ну, в жизни так. В среднем. Вот, обычная атака тоже 300%, прям случайно. Ну, игрок топовый. Если он сегодня нам выпадет, то будет классно. Давайте тогда сейчас сделаем вот таким образом. Мы разгрузимся на вот таких призывах, на пустых. Вот.
кинем, соответственно, персонажей, качнем еще кое-кого сейчас. Сейчас вам покажу кого. Вот этого. Сейчас качаем. Да давайте вот этих. Сильф. Сильф вообще четкая девица. Вот, и пойдем призывать. Поехали. Первая десятка. Относительно пустая. Вторая. Так. Ну, такое себе, такое. Давайте, может, еще кого-нибудь сейчас вкачаем. Вот этого можно. Хора. Но я бы Сина, на самом деле, бы вкачал, если честно. Я бы ему запихнул вот этих девиц и болванку. И у нас Син будет пятизвездный, классный такой тип. Вот. Мне он очень по душе, очень, так сказать, нравится. Так, здесь забираем и продолжаем призывать далее. Ну, должна выпасть пятерка сегодня, какая-то топовая, я вот прямо чувствую. Ну, не такая. Король скелетов — это фуфловая пятерка. Пока никого развить мы не можем. Давайте тогда скинем. Так, вот так, наверное, подскинем. Поехали. Далее. 50 призывов. Что-то пока одна пятерка. Как-то, да, слабовато. Очень слабовато, я так сказал. И пока развить тоже мы никого не можем здесь с вами. Давайте промежуточную награду вот заберем за 50 призывов. Памятник чести. Памятник чести, я не помню, показывал вам, что это за тема или нет. Не могу вспомнить, вот честно скажу. Вот, соответственно, Х-73 сейчас будет. Опять мимо кассы. Развить никого не можем. Четверки, тройки. Ну, тут всякие падают фиолетовые. Но мы их подснесем потом. Сделаем видос, будем прокачивать, чисто открывать. Опа, это что такое? Ничего себе. Вот за это лайкус, что за дамочка такая? Это, кстати, герой прошлого этого ивента. Ну, такой прикольный, высшее предвидение. Ну, среднечковый. Так-то персонаж. 5400. Ну да, видите, атака 522 тысячи. Ну такой. Средний класс. К сожалению, с ним каши ты не сваришь. Поэтому... О, что, места нету? Блин, прикольно. То есть надо подслить каких-то четверок. Ну, допустим, вот таких. Подсливаем. Давайте, сейчас уже скоро Х100. Ну, этот Кия выпал, конечно, хорош, но опять же,
Вот этих, блин, фиолетовых бы улучшить на самом деле. У народа, смотрите, выпадает вот этот персонаж-то. Видите? Хо. Интересно, сколько они призывают. (Clears throat) 247 уровень, 80 НГ. Ёлки-палки. Во везет. О, тут аж 3 выпало. Там ругаются чуваки какие-то. Что типа, чё, как? Как так выпадает по 3? Давайте нам тоже что-нибудь еще отсыпьте. Давайте последнюю пятерку. Я жду последнюю пятерку, и мы заканчиваем. Ну, блин, рейнджер с клинком. Но в любом случае потом будет рулетка, да. И вот здесь в колесо потом вот этого типа фиолетовый добавят. Вот рядом вот с этой дамой. И мы его точно выкрутим, вот прям не сомневайтесь. Сегодня, конечно, что-то кия вытащили. Нормально. Вот. Здесь лопаты мы будем добывать, 625 штук. Вот. 1000 мы, думаю, нахлобучим. Ну-ка, может быть, еще что-то есть? Обмен. Кстати, смотрите-ка, бафомета можно обменять. Либо, опять же, сильф. Ну, сильф. А чем она, кстати, хороша? Кто помнит сильф? Галерея. 5300. Слушайте, а вот этот не покруче будет, но сильф, смотрите, 722 тысячи атаки. Это просто какая-то пушка. То есть она атака, маг, дебафы. Че, она сколько бьет? 300. Ой, да тут много читать. Ну, в общем, вот эту сильф, я думаю, мы качнем нормально. Заменит она у нас в команде кого? Кто у меня? Вот этого, наверное. Видара. Ну, что-то он совсем как-то, знаешь, 72 тысячи. Ни о чем. Какая-то шляпа. Вот. Ладно, на этом все. Будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте и увидимся совсем скоро в шотсах. Пока-пока.